Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Так, значит, блядь. Начнем совещание. Йоу. Всем привет. Всем салют, ёпта. Телефон сменил так давно уже. Типа, пару месяцев ты точно как. Так, сейчас я тут допишу кое-что. Так, Сала Муля, я вам всем огромный привет. Хуль ты такой четкий, братан, это опыт. Так, заметно по камере. Ну да, я его, кстати, разъебал примерно через денек, наверное, через два. У меня уже экран потреснутый. Сектор, как у вас там погода в Питере? Ну, в Питере я тебе не могу просто сказать, потому что я нахожусь в Екатеринбурге. И в Питере я вообще не знаю, как погода. Вот. Соломоля. В Питере наверняка примерно так же, как у нас сейчас, очень серое небо уебищное. Ну, короче, так себе, честно говоря. Бывало поприятнее. Что здесь, что в Питере. Дождь, ну типа значит дождь, я просто что-то не вижу. Просто серое все какое-то, блядь, уёбское. Йоу, всем салют. Так. Хочешь сгонять? Куда, в ЕКБ? Тут так-то нехуй делать. Саламуля. Хотя, наверное, может есть что посмотреть, но не очень много. Я за тебя топлю. Спасибо, если ты за меня топишь, я очень благодарен. Люблю всех, кто за меня топит. Достаточно приятное ощущение. Как относишься, видимо, к лимитам на батле? Давайте сразу обговорим. Я не смотрел стол хип-хопа новый вот этот. Я понятия не имею, о чем они там говорили, но я нормально отношусь к лимитам на батлах, но лимиты на батлах должны оговариваться участниками между собой, я думаю. То есть на Западе, короче, нормальная практика, когда стоит такой челик с этим секундомером. Да? Я считаю, что это правильно иногда, потому что не у всех есть чувство меры, в принципе, в этом смысле некоторые относятся к этому уж как к такой сильно редкой возможности поговорить, поэтому лучше, наверное, чтобы эти лимиты были. Другое дело, что они не должны быть для всех абсолютно одинаковыми. Я думаю, что участники должны между собой сами этот вопрос решать. Так, думаю, по этому поводу я ответил. Так, что там я пропустил, какой-то вопрос хотел, блядь, ответить. Где волки? Было уведомление, что совместный эфир. Я зашел, все залагало нахуй и вышел сразу. Где шум? Территориально шум, ну, в Екатеринбурге, мы с ним только что разговаривали. Ресторатор что-нибудь про Фрутблат 4 говорил, что дальше будет. Я не знаю, я не общался с ресторатором по этому поводу. Шараут всем нашим, шараут. Так. Очень интересный вопрос, типа, где тот, где этот? Не знаю, типа, где-то. Согласен с результатом батла с Огилом? Ну, не то чтобы. Я прям не согласен, что там разъеб и все такое. Но батл хороший для меня, это самое, наверное, главное, короче.
Смотришь инт. Очень давно, к сожалению, не слежу за профессиональной дотой. Хотя, наверное, есть там что-то интересное, я уверен. Пойдешь на ФБ5. Ну, маловероятно. Очень маловероятно. Ебать, какой кудрявый. Ты чё, серьезно, блядь? Знаешь, почему я без зубик, братан, понятия не имею. Как относишься к гнойному? Ну, забавный элемент культуры. Предложение полигван, ну, короче, все, вы узнаете на самом деле очень скоро по поводу. Будешь подавать? Нет, заявки не хочу подавать. Был versus газ? Нет, меня там не было, кстати, к сожалению, я бы, наверное, сгонял. Так, был уже в отпуске. Да нет, я как-то не заебался особо. Треки пишите. Слушай, Сипти, здорово. Да, я пишу сейчас. Реально, сейчас я работаю над этим, короче. Кстати, скоро выйдет уже трек с Волки Ти. Уже достаточно скоро. Кто фаворит на ФБ4? Очень сложная ситуация с фаворитами на ФБ4. Конечно, для меня это вот. Сами знаете, какой ряд ограниченных лиц, но на ФБ4 может быть что угодно, вы это сами видели прекрасно. Я не хочу спойлерить какие-то результаты чего-то, скоро вы сами увидите все. Рэм Цыган, хуйня ебаная, имхо, да. Мне не понравился батл, честно. Я уверен, в зале это было прикольно, но мне не понравился. Как твои старые треки найти? Да их незачем искать. Карма полупидор, абсолютно никакого понятия не имею о его сексуальной ориентации, слухи, конечно, ходят разные. Но я ничего не могу абсолютно точно об этом сказать. Батл с шумом будет. Батл с шумом у нас уже был. Мы решили, что это настолько круто, что только мы будем его смотреть. Микси Мадафак. Так, Сотников возьмет Ребелла за батл с тобой. А я, кстати, не думаю, что если он возьмет, этот батл состоится. Стол не смотрел, еще раз говорю, фаворит по 4 сектора. Кто фаворит? Что же вы так зацепляетесь за фаворитов? Вы же знаете, что фаворит это самая неустойчивая, как бы, позиция вообще, в принципе, самая неудобная. Хочешь BPM батла? Скоро все узнаете. Привет, привет. Очень сильно заебал вопрос вот этот про биты. Давайте сегодня без него. Обойдемся как-нибудь. Постараемся обойтись без вопроса о том, хочу ли я батлить на битах. BPM вот последний, говорю, блин, с большим трудом я посмотрел частично раунды, короче, Рамирес же это, Рамирес. Да, это Рамирес. И вообще не посмотрел, короче, раундов Муфасы, потому что это пиздец какой-то, по-моему. Ой, очень быстро, блядь, пошли комменты. Антон ЗБ зашел и сразу началось намного больше вопросов. Когда твой батл против Фокси? Да никогда, блядь. Сектор, погнали тусить. Кстати, можно. Я думаю, что пятница, суббота это будет достаточно заебись. Будешь батлить на битах, спрашивает Антон ЗБ. Слушай, я думаю, пока нет. Потому что все-таки, блядь, я не готов. Как-нибудь ближе вот. Может быть, ближе к осени, короче, я, ну, раздуплюсь и... Но если, опять же, достойный оппонент найдется, да, с которым будет действительно интересно, который тоже раньше на битах не батлил, да. Вот, скорее всего, так и будет. Привет, привет. Сектор, извинись, дойдите. Нет, ребят, я не буду извиняться. Блять, как же Антон ЗБ умело манипулирует, вы бы знали только. Как относишься к Кукишу с Хаслом? Да, конечно, хорошо, это же наш чувак, это же один из слова ЕКБ. Когда твой батл против Папы Парадокса? Надеюсь, никогда. Устал от батлов, заебался, мочи нет. Антон, как здоровье, как родители? Все отлично. Так. Plain Dead, божественный оппонент. Боюсь, что слишком божественный. Ребят, вы должны быть еще в курсе, что Plain Dead грибник. А, думаете, с Волки забатлить, да? Ну, Волки. Так. Когда в последний раз ебался? Хороший вопрос. Я женат на игре, поэтому никогда.
сектор, это я тебе ВК заебываю. Ну, заебал ты меня и здесь уже. Когда ПМа видел в последний раз? Слушай, пару месяцев назад, наверное. Ну, когда на Версу сгонял, видел ПМа. Как бы ПМ не изменился. Внешне он точно так же выглядел. Как тебе крайний батл? Так, когда последний раз? А чего вы доебались с тем, когда... Я слышал, что ПМа тоже спрашивает, когда он меня последний раз видел. Идешь на ФБ5. Да, заявку записал уже. Будешь топить за Кукиша? Да, буду, конечно, топить за Кукиша. Я топлю за своих, короче. Я топил за Диму Шума и буду топить, конечно же, и за Кукиша. Да. Надеюсь, что он разъебет. Ты, кстати, знал, что лицо Браги похоже на яичницу на сковородке? Кстати, никогда не смотрел на лицо Браги сверху вниз. Так, ну, то есть, чтобы он был в таком положении, чтобы выглядел как яичница на сковородке. Поэтому сложный вопрос. Как к Династу относишься? К Династу, наверное, скорее хорошо, потому что, в принципе, как он батлит, ну, то есть, вот в таком батл-рэпе меня вполне устраивает Сейвориться, короче, то есть, мне скорее нравится. Когда Versus против Сектор? Ну, хуй знает, обкашляем. Отдам водку за сотку, меня больше не интересует водка, ребят, я не пью уже 2 дня. Смотрел, пока он спал. Так, тигры точеные или голуби дроченые? В общем-то, существенной разницы, честно говоря, я не вижу. Сектор в топ-5 батлеров России входит 100%. Угу. Как прошла туса слова ИКБ? Народу было немного, но было очень лампово, весело, я нахуярился. Забатлил бы с Помфцом. Да ну нахуй, не хочу с Помфцом батлить. Моец прикольный. С кем из западных забатлил? Слушай, пока ни с кем не забатлил, очень странный вопрос. Из западной Украины, если тут, ну, тоже пока ни с кем. Так, Антон. Пиздишь батл? Бля, я не понимаю, сорян. У тебя залысина такой формы, что ты похож на Вижена. Слушай, ну, они, кстати, неровные. Видите, вот это немножко больше, чем вот это. Я не знаю, как так случилось. Так, Шок или Оксимирон? Ну, смотря в каком смысле. Типа, что ты имеешь в виду? Шок или Оксимирон? Треков мне нравится, у них, наверное, одинаковое количество. Сектор... А, блядь, ФБ4, господи. Бэтбарс будет жить. Бэтбарс только начинает жить, ребята. Вы еще за Бэтбарсом будущее. Антон такой, Малаха, шоу ужас. Ну, понял, забыл. Когда батл с Окси? Пока по датам решаем. Притащи окна РБЛ, он же пиздец талантливый. Видите ли, я не выступаю координатором, да, то есть каждый тащит себя сам куда ему угодно. Когда выйдет батл Браги, я ему позвоню и будем обсуждать, почему Влад Павлов, господи, боже мой, а. Ну, а, так я понял, что он читал, слушай. Мне, короче, кто-то рассказал. Да, мне рассказали. Причем не он рассказал совершенно. В битах с Плендедом, да, почему-то не на ФБ4. Ребят, полсезона прошло, вы что, блядь, очнулись только что? Почему-то не на ФБ4. ЗБ, когда батл с Микси? Кстати, для всего интернет, так сказать, сообщества, наверное, создалось такое впечатление, что батла между ЗБ и Микси не было. На самом деле он состоялся. Это был фристайл батл во дворе. Где ты работаешь? Ну, это совсем не важно, друзья. Здорово. На Минобат Стилзом будет батлить. Да охуенно, чё? Дай бог им здоровья. Плейн император или маэстро? Слушай, я думаю, что он член Рады. Павлов, кстати, отзывается комментировать эту ситуацию. Ну... Микси лох быкует на секторы. Да не быкует он на меня на самом деле, это вам кажется. Как относится к антихайпу? Забатл бы с кем-нибудь из них? Да нет. Никак не отношусь в целом, вообще никакого отношения. Угу, тебе здрасте. Забатл, говорит Микси молча. Знаменитый батл на языках жестов был. На языке жестов. Ну, если вы знаете, так что вы спрашиваете? Как считаешь, что выиграет сезон РБЛ? Ну, я могу считать что угодно. Очевидно, что его выиграет Сережа Сотников, рэпер. Что скажешь на то, что Микси тащит на ФБ? Ну,
знаете, с Пашей Плохим была похожая ситуация, да, тоже казалось бы тащат, казалось бы все хорошо, а потом раз, и все вдруг резко осознали, что это какая-то хуйня. Ну, блядь, ответь, почему на ФБ не попал? А почему я должен отвечать на этот вопрос? Я что, по собственной инициативе туда не попал, по-твоему, или что? Я сдал заявку, я пришел, отбатлил. Как, почему я должен решать, по какой причине я не попал? Сектор, когда на букинг машин? Да никогда. Дрочка Павлова на глазах у Браги, тема ближайшего эфира. Ты за таймер, я за таймер. Я не смотрел последний стол этот, рыцарей батл рэпа. Я его пропустил. Но я за таймер, скорее, чем против. Зачем на ФБ-миксер, если в текстах одна водичка? Опять вопросы не ко мне. Я отношения к организации Версуса вообще никакого не имею. Кукиш на битах хорошо. Пьешь сегодня? Гриша, кстати, возможно. Сегодня пятница, да? Как тебе сектор? Ну, он такой, короче. Неуверенный чемпион. Так, ты сейчас в ЕКБ? Да, абсолютно верно. Как тебе Летай? Не считаешь его пафосной пустышкой, псевдоинтеллектуалом, косплеем Окси? Нет, не считаю. Так, сектор Летай, привет. Так, Павел против таймера. Так, короче, по Летаю сразу скажу, чтобы больше меня не спрашивали про Летая. Мне не нравится такой батл рэп. Он, конечно, приятнейший человек, но вот такой батл рэп, который основывается, знаете, где ударение делается на какие-то созвучия, блядь, букв, короче, в строчках, я не люблю такое. Да, ребят, ага. Ты где сейчас? Я в Екатеринбурге, да. Ну, не надо обзывать Летая, он вот человек-то совсем неплохой, то есть вы когда такое пишете, это же оскорбление, зачем? Букер теперь не в антихайпе, ну замечательно, что я могу сказать. Не думаю, что в жизни Букера что-то изменилось существенно. Чей-то голос из-под каблука, Димао, это ты, привет. Да, ребят, поздоровайтесь все с Димао. Так, как ты относишься к маме Прайма? Совершенно никакого отношения к маме Прайма у меня нету. Ну, без вести пропавший человек нельзя заключить, мертв он или жив. Так, что скажешь за диктатора? Ну, ничего плохого не могу на самом деле сказать про диктатора. Тоже такой добрейший чел в жизни вроде как. Батлы, ну прикольные, мне нравится, как он читает. Как научиться забивать хуй на проблемы и не загоняться. Попробую персена, штук 5 съесть, короче. Летайте, это тоже не в антихайпе. Ну реально, я не знаю, у меня как-то с этим проще все, не знаю. В чате фейк ЗБ, да не может быть. С каким животным у тебя ассоциируется Микси? Микси у меня ассоциируется с медоедом. Так, что скажешь про меня? МЦ сперматоксикоз. Ну, хороший человек, нормальный МС такой, уважаемый, молодой. Ну, самое яркое, конечно, это то, что ты еще школу не закончил. Ебаш больше двойных, отстань. Вот за рифмы вообще, вот эти доебки за рифмы, я прямо, у меня уже тошнит от них, блядь. У Бодибега, они там что-то репостнули где-то, что мы с Огилом рифмовать не умеем. Блядь, я думал, что это только вот проблема челиков в комментариях, которые не знают, что такое ассонансы, которые, ну, типа, не понимают, что это значит вообще, что так уже, ну, давно все рифмуют, блядь. А тут вроде бы Бодибег и такую хуйню репостят. Просто я уже, у меня уже жопа горит начинается это. На каком районе? Я живу, короче, на Пионерке. Очень мрачное место. Привет, привет. Настоящее гетто, блядь. Спроси у ЗБ, когда выложит видео, где ты извиняешься перед Огила. С чего вдруг я не извинялся, блядь, ни перед кем. То ли в центре у меня твой провод тоже. А, блядь, отличный чат вы нашли, пацаны. Кто победит, если будет Версус Шока и Оксимирона? Такого Версуса не будет. Смысл, блядь. Кто победит, Бэтмен или Супермен? Так, спасибо большое. Просто поверено. Ты тоже красивая. Никогда не привлекала идея секса с мужчиной? Нет, блядь, никогда не привлекала. Что за вопросы? Я просто не понимаю. Вы что, меня за педрилу держите, что ли, какого-то?
Ну вот эти вот проблемы с рифмами, это просто, мне кажется, момент какой-то, блядь, неосведомленности, короче. Когда ты только двойные какие-то зализанные считаешь за рифмы, то это, блядь, проблемы определенные. Что ты кроме Чейни и Оксимирона-то нихуя не видел, в принципе. Ой, блядь. Кто победит, летая в образе Гарри Поттера и Бэтмен в образе Супермена? Очень странный вопрос, блядь. Короче, я что-то какой-то скучный стал, мне кажется, что-то мне уже... Кстати, вот это единственная песня, которую я вот знаю у Олвен, вот в которой она участвует. Ну еще так, где вот с Драго, где она показывает кунг-фу, блядь, свою замечательную растяжку, как это, как Волочкова. Еще лайвы будут, будут лайвы, я думаю, это, но это не ко мне вопрос. ЗБ тупо овнит. Так, когда будут фан-встречи, никогда не будет фан-встреч, потому что у меня нет фанатов. Только ты самый веселый, спасибо. Украина — это паразиты на теле планеты, блядь. Да, ребят, 2 дня, сухой закон. Вообще никакого алкоголя, только кофе, блядь. Чувствую себя отвратительно. Немножко тяжелее голова стала. Ватные ноги. Как же прекрасно запустить трансляцию и просто послушать о том, что такое Украина. Какой пиздец. Сектор, вставай на лыжи, хватит бухать. Если я сейчас встану на лыжи, то, скорее всего, меня в психбольницу просто заберут. Я уж лучше выпью, наверное. Какой самый пиздатый КДА в Доте был? Я не помню, честно. Никогда не записывал эту хуйню, не запоминал. Так, ребят, если сейчас продолжится межнациональная рознь, я просто вынужден буду прекратить это. Опиши 2 словами МакКоннана. Не хочу описывать МакКоннана. Считаешь себя лютым панчером? Это отличный вопрос. Ну, короче, я стараюсь в это. Реально стараюсь. Но не считаю. Так, дверь можно открыть. Так. Короче, да, я сегодня пью. Короче, ладно, вы достали тут про Украину. Мне больше не интересно. Как-нибудь еще раз выйду в скором времени. Как это выключить?